привет, это Вилли88. В этом видеоуроке я объясню, как вернуть в нашу карту закадровый голос. Вот по базовым настройкам у нас голоса нету. То есть при создании карты у нас комментарии не сопровождаются нашими персонажами, Дэмси, Такео и так далее. При получении бонусов и так далее. Комментариев ихнего голоса нету. Как это сделать, как вернуть эти комментарии, чтобы у нас игра была более-менее полноценной, я сейчас объясню. Итак, первый наш шаг, который мы должны принять, это скачать архив BO3 Vox Character. Далее мы должны скачать нужные нам звуковые файлы. Если нам нужен закадровый голос на английском языке, скачивайте архив ZombieN. Вот ссылка на один архив ZombieN. Или же вы хотите русский, вот он, русский закадровый голос, вот она ссылка. Также эти ссылки будут под видео. Главное вам скачать вот этот архив. Нажмите ссылку под видео, если нет возможности, ставьте на паузу и в адресной строке копируйте букву за буквой. Далее, когда мы скачали главный архив, мы его извлекаем. Если же у вас нет сил и времени качать эти здоровенные архивы Zombie.ru или Zombie.n, вы можете сами извлечь нужные вам, точнее, нужные вам звуки при помощи программы Wraid. Вот, покажу, как это делается. Программа запускается. Проходит регистрация, она там несложная. У меня уже есть аккаунт, я зарегистрирован. Заходим, выбираем игру, сразу переходим в настройки, sound, ставим галочку вот здесь, sound, preserve the file path of the sound files, и галочки должны стоять в формате звука WAV. Все, закрываем, выбираем файл, заходим в Black Ops 3. Папку с игрой, в папку Zone, SND. Если нам нужны английские голоса, закадрового голоса, то вот заходим в папку N. Если же русский, заходим в папку RU. В папке RU ищем файл zmcastle.ru, формат SAPS. Открываем и вот можем экспортировать все или только конкретное выделенное. Далее папку Vox совсем выделим, копируем папку с игрой в папку Sound Assets, папку Zombie. Если у вас нет этой папки, то создайте. Или же вы можете просто скачать архив, вот, например, русский, да, и вот копировать эту папку. Так, заменить. Вот идет копирование. Так, скопировалось. Все. В папке зомби присутствует папка Vox. Там звуковые файлы. Это мы скопировали в корень с игрой, в папку Sound Assets. Далее. Переходим в архив, который мы открыли, где там есть архив BO3 ZMVox Update, извлекаем его. Так, BO3 ZMVox Update, заходим в него, в папку Share копируем в корень с игрой, там где установлен Mod Tools, вставляем.
подтверждаем слияние папок. Вставили. Далее открываем файл readme. Далее заходим в папку User Maps. А вот она, моя карта. Или ваша, вы выбираете вашу карту, папку. Выбираете папку Sound Zone Config и открываете CZC файл при помощи блокнота. Вот это вот из пункта 3 вы копируете этот столбик от верхней скобки до последней скобки с запятой. Копировать в вашем же файле, который вы открыли при помощи блокнота. После последней скобки с запятой вы отступаете и вставляете этот столбик. Закрываете и сохраняете. Далее вы переходите в папку с игрой, папку User Maps, папку с названием вашей карты, папку Scripts, папку ZM. Открывайте файл формата GSK также при помощи блокнота. Ищите строку с названием Level Thread ZM. Вот оно, название этой строки. Level Thread ZM Zone Manager Manage Zone. Можно скопировать. Просто Ctrl F. Точнее, вот. Копировать. Вставить, найти. Вот мы нашли эту строку. И под ней вставляете вот в эту строку. А, нет. Не эту строку. Вот эту строку, извините. Вставляете вот эту строку под ней. Вот. Выставили все правильно. Level 3 at the mvox. Вот эту вот строку мы скопировали. Далее в самом конце вставляем вот эту вот функцию. От начала до конца. Function at the mvox. И то, что между скобками. Копируем ее полностью. И вот в конце файла, отступив строку, вставили function at the mvox. Все. Закрываем. Сохраняем. Проверяем. Первая строка level read at the mvox. И вот в конце идет этот вот столбик. Сохраняем. Далее переходим в папку с игрой, в папку User Maps, в папку с именем вашей карты, папку Zone Source. Открываем файл формата Zone с названием вашей карты. И вставляем вот эту строку из пункта 5. String Table Game Data Audio Zone Vox. Отступив строку. Вставили, закрыли, сохраняем. Тут все. Закрываем все, что нам не надо. Теперь мы просто запускаем наш билдер. Ставим галочку над картой. Compile link. Я и свет скомпилирую. И полностью карту компилируем. Так, проверим, есть ли у нас какие-то звуки закадрового голоса. По идее, закадровый голос должен быть при реакции на удар ножом. Или после выпивки перколы. Что-то у меня в ушах звенит. Все работает, есть закадровый голос. Попробуем кинуть гранату. Смерть от взрыва гораздо хуже пули в голову. Наш герой реагирует на стандартные действия по игре.
Попробуем покупку оружия. Так, 750, не хватает денег. Дразнить меня, дразнить судьбу! Так, проверяем оружие. Надо найти испытуемых и проверить оружие на них. Все работает, спасибо за внимание. Урок окончен. Принеси мне их души! Я знаю, что будет. Все мы знаем. Николаю не по душе горящие собаки. Учись подчиняться. Максимум патронов. Бесплатные патроны? Совсем не по-капиталистически. Я постараюсь не проглотить. Это вредно для желудка. А раньше вроде вкуснее.